Приветствую всех любителей кино. Сегодня мы поговорим о грандиозном финале великой истории. Ведь в этом мире есть лишь одна сага. И, судя по мнению подавляющего большинства зрительниц, это не «Звездные войны». Как вы уже догадались, речь идет о франчайзе, после которого в некоторых кругах употреблять слово «сумерки» в суе стало дурным тоном. Эта ночь была лучшей за все мое существование. Давайте вспомним первую часть. Теперь ты моя жизнь. «Сумерки». За ней последовало новолуние. После которого стартовало затмение. К великой печали для большинства парней на этом история не закончилась. И финал саги разделили на целых две части. Вряд ли в действиях главных героев что-то изменится, но будем надеяться, что пословица «Если вечно открыт рот, перед вами Белла Свонг» не будет относиться ко второй части «Рассвета». Ну и вспомним, чем поражали нас поклонницы саги за 5 лет существования серии. Трейлер затмения. Господи. Я смотрю сейчас на эту страничку, и я могу сейчас посмотреть трейлер. Я так нервничаю. В наших Палестинах картина стартует не абы где, а в IMAX кинотеатрах. Недоброжелатели считают, что главные герои будут плоскими даже в таких залах. Ну, да. Но многомиллионная армия фанаток серии с ними не согласится. А мы с вами увидимся завтра, в это же время.